Приветствуем вас в санатории «Белая Вежа». Основные профили санатория – лечение болезней органов кровообращения, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, лечение заболеваний органов дыхания. В день приезда отдыхающий посещает лечащего врача. После врачебного приема и назначения лечения пациент направляется в кабинет номер один, где по компьютерной программе «Умный санаторий» составляется график приема лечебных процедур на каждый день на весь период отдыха. В санатории создана современная медицинская лечебно-оздоровительная база. В водолечебнице санатория проводятся процедуры гидротерапии и бальнеолечения. Циркулярный душ. Основные показания. Нейроциркуляторная дистония, начальная стадия гипертонической болезни, переутомление. Душ Шарко. Струевой душ высокого давления. Показан при остеохондрозе позвоночника, артрозах крупных суставов, ожирении, неврозах, бессоннице, вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии первой и второй стадии при запорах. Подводный душ-массаж показан для лечения заболеваний последствий травм опорно-двигательного аппарата, болезней периферической нервной системы, болезни Бехтерева, нарушение жирового обмена. Широко применяются пресные гидромассажные ванны, вихревые ванны, гидромассажные общие и местные ванны для верхних и нижних конечностей, жемчужные ванны, бурлящая ванна с пузырьками воздуха различного размера. Показания: неврастения, вегетососудистая дистония, астенический синдром, артериальная гипертензия, детский церебральный паралич. В нашей здравнице применяются несколько видов лекарственных и ароматических ванн. Хвойные ванны, скипидарные ванны желтые и белые по рецептам Залманова. Аромаванны на основе 100% натуральных эфирных масел. Оздоровительные ванны Опанта с пантогематогеном из рогов дальневосточного оленя оказывают омолаживающее, стимулирующее действие. Бальнеотерапия представлена. Минеральные йодобромные ванны назначаются при стенокардии, астеноневротическом синдроме, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, климактерическом неврозе. Хлоридно-натриевые ванны с экстрактом пустырника и валерьяны применяются при церебральном атеросклерозе, артериальной гипертензии, шейном и поясничном остеохондрозе позвоночника, артрозах. Сероводородные минерально-газовые ванны, активное вещество сульфиды, показаниями к ним являются заболевания и последствия травм суставов и позвоночника, это артрозы, остеохондроз, радикулиты, заболевания сердечно-сосудистой системы, стенокардия напряжения, артериальная гипертензия, диабетическая ангиопатия, болезнь Рейно. Сухие углекислые ванны. Основным лечебным фактором является воздействие углекислоты на организм пациента. Показания: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, артериальная гипертензия первой и второй стадии, пороки сердца, вегетососудистая дистония, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, тромбофлебит, бронхиты, бронхиальная астма, ожирение, сахарный диабет, артрозы, артриты, остеохондроз позвоночника. Контрастные ванны проводится в двух небольших бассейнах с разницей температур от 10-14 до 38-40 градусов по Цельсию. Применяются для профилактики сосудистых заболеваний, закаливания организма, лечения неврастении, гипотонии. Подводное вертикальное вытяжение. Процедура применяется при заболеваниях позвоночника, сколиозе, остеохондрозе, радикулитах.
замечательным природным лечебным фактором является грязелечение. В нашем санатории это грязевые сапропелевые аппликации из озера Дикое Гродненской области. Показания к применению: заболевания суставов, остеохондроз позвоночника, радикулиты, хронический бронхит, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Парафино-азокеритовые аппликации. Азокерит – вещество органического происхождения, так называемый горный воск. Применяется при заболеваниях позвоночника и суставов, органов дыхания, поражениях периферических сосудов. К современным методам лечения относится криотерапия – лечение холодом. В санатории применяется как локальная, аппарат Криоджет, так и общая криотерапия, криосауна. Показания: поражение суставов, мышц, околосуставных тканей, бронхиальная астма, хронический бронхит, болевые проявления при остеохондрозе позвоночника, ожирение, целлюлит. Оксигипертермия. Сочетание термотерапии и кислородотерапии в СПА-капсуле применяется при заболеваниях периферических артерий для детоксикации организма, снятия болевого синдрома, предупреждения простудных заболеваний, борьбы с ожирением, для общей релаксации, при депрессии, невротических расстройствах, для улучшения сна при кожных заболеваниях. Для лечения заболеваний органов дыхания применяются ингаляции с лекарственными веществами, щелочные, с эвкалиптом, календулой, прополисом. Активно используется спелеотерапия или галоотерапия, вдыхание сухого аэрозоля хлорида натрия, поваренной соли. Применяется при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, обструктивных заболеваниях легких, бронхите курильщика. В нашем санатории отдыхающим при заболеваниях позвоночника, суставов, артериальной гипертензии назначаются различные виды лечебного массажа. Массаж ручной классический, механический массаж на кушетке с мягким растягивающим эффектом, массажное кресло, бесконтактный гидромассаж «Акварелакс», который кроме лечебного оказывает общее релаксирующее воздействие. В кабинете лазерной терапии проводится магнитолазерная терапия. Основные показания: артриты, остеоартрозы, остеохондроз позвоночника, заболевания органов дыхания, хронический тромбофлебит, диабетическая ангиопатия. Надвенное облучение крови, основным действием которого является снижение уровня холестерина в кровеносном русле, профилактика тромбообразования. В кабинете электросветолечения проводятся различные виды электротерапии на аппарате Рифтон: гальванизация, электрофорез лекарственных веществ, амплипульс-терапия. Диадинамические токи применяются при заболеваниях суставов и позвоночника, последствиях травм, артериальной гипертензии первой-второй степени, атеросклерозе сосудов головного мозга, заболеваниях органов дыхания. Лечение статическим электричеством – дарсонвализация. Активно применяется при лечении вегетососудистой дистонии, мигрени, артериальной гипертензии, заболеваниях артерий, вен нижних конечностей.
магнитотерапия. На различных аппаратах эффективно используются в лечении сосудистых заболеваний головного мозга, артерий и вен конечностей, при синдроме Рейно, артрозах, остеохондрозе позвоночника, заболеваниях органов дыхания. Новейший эффективный метод лечения – экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна и органов малого таза на современном аппарате «Неоконтроль». Основными показаниями являются хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы, недержание мочи, запоры, хронические и острые тазовые боли, улучшение потенции, не теряет своей актуальности применение ультразвука и фонофореза лекарственных веществ при остеоартрозах, артритах крупных и мелких суставов, радикулите на фоне остеохондроза позвоночника, заболеваниях верхних дыхательных путей. При заболеваниях органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, облитерирующих заболеваниях суставов, трофических язвах, нарушениях периферического кровообращения широко используется сантиметрово-волновая терапия СМВ и ОВЧ-терапия. В нашем санатории вы можете получить процедуры светолечения. Инфракрасное облучение на аппарате Solux, ультрафиолетовое облучение, лечение поляризованным светом на аппарате Биоптрон. Основными показаниями являются заболевания верхних дыхательных путей, хронический бронхит, бронхиальная астма, остеоартрозы, особенно травматического характера, последствия переломов, кожные заболевания, невралгии. Ударно-волновая терапия – современный уникальный вид лечения крупных суставов, остеоартрозов, пяточной шпоры, заболеваний сухожилий, последствий переломов и травм. Пневмокомпрессионная терапия с использованием аппарата Лимфастим активно применяется при лечении синдрома тяжелых ног, профилактики варикозной болезни нижних конечностей, лимфатического отека, артрозах, целлюлите, диабетической ангиопатии. Наша здравница располагает уникальной возможностью сохранить красоту и молодость вашей кожи без сложных операций и пластической хирургии. Аппарат Exilis для проведения ультразвукового радиочастотного лифтинга является революционной системой изменения формы тела и омоложения кожи. Кроме того, в санатории можно принять массаж с элементами косметического ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Предлагаются следующие программы: глубокое увлажнение, экспресс-уход, разглаживание морщин, мультикислотный поверхностный пилинг и многое другое. В фитобаре нашего санатория ежедневно вам предложат ароматный травяной чай, нормализующий артериальное давление, противодиабетический, грудной, успокоительный, желудочные сборы, а также кислородные коктейли на основе фруктовых соков, которые широко используются для насыщения крови кислородом при синдроме хронической усталости, для улучшения обмена веществ, повышение иммунитета, при вегетососудистой дистонии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Первое место среди оздоровительных процедур занимает плавательный бассейн с элементами аквапарка, а также баня и сауна. Thank you.
В зале лечебной физкультуры проводятся занятия по группам с использованием комплексов упражнений для лечения различных видов заболеваний. Новинкой нашего санатория является кабинет индивидуальной физической реабилитации, оснащенный специальными тренажерами, где с помощью квалифицированного инструктора проводятся занятия по индивидуальной программе, разработанной для отдыхающих с ограниченными физическими возможностями. Для оказания неотложной помощи или контроля артериального давления отдыхающие круглосуточно могут обратиться на пост дежурной медсестры в кабинет номер 7 на первом этаже лечебного корпуса. К услугам отдыхающих современные тренажерные и спортивные залы, теннисный корт, одной из важных процедур лечения природными факторами является климатолечение. Мягкий климат юго-запада Беларуси, лесной насыщенный хвоей воздух оказывают лечебное воздействие. Организация досуга в санатории – это танцевальные и тематические вечера отдыха, посиделки, просмотр кинофильмов. Для отдыхающих регулярно проводятся концерты с участием профессиональных артистов, коллективов художественной самодеятельности. В санатории работает парикмахерская, прачечное самообслуживание, прокат велосипедов, роликовых коньков, лыж, оборудована охраняемая стоянка для автомобилей. На комфортабельном автобусе нашего санатория отдыхающие имеют возможность посетить с экскурсией достопримечательности Брестской области. Мы рады приветствовать вас в нашей здравнице!